случайно так она между, между леса появляется. Мне кажется, красиво. Руслан. Здорово. Хорошо, едем. Нет, это те, которые с собаками. Привет! Нас снимает скрытая камера. Улыбаемся. От бобра бобра не ищет. Данил, под табан чуть-чуть. И давай греби. А ты под греби. Нет, ты гребешь основной. А я так. А ну-ка, ты руководитель. Прекрасно. Да, конечно. А в смысле, что случилось-то? У нас все хорошо. Нет, подожди, давай вспомним, что было-то. Что было-то у нас? Мы сели на бревно. Только мы, значит, поехали. Нет, поехали. Пошли. Только мы, значит, вот только уселись. И у нас левый борт вообще утопился нахер. Половина девок пересели на правый. Там остались двое. Вот, это мы еще так еще умудрялись плыть. А потом? Там вот такенная коряга. И прям на нас прет. Мы от нее вправо, она за нами. И как? Бабахнет нас. И у нас пробка туда. Брызги туда, слюни в другую сторону. Ну и все, и пришлось пальцем затыкать. И так вот. И у мальчишек сзади. Они сзади было все.